Вот еще одна интересная штучка. Вот у нас температура воды 13 градусов, ну 14 пускай. Это обычная водопроводная вода. Теперь мы этот шланг подключаем вот сюда. Все подключили. И у нас получается вот такая вот бутылка. А в бутылке у нас что? А в бутылке у нас гофра, которая нагревается от воды. О, здесь вообще, это, конечно, нагрелось сейчас. Вот у нас температура 40 градусов. Вот, поэтому если нужно согреть что-то, вот она температура, если чуть-чуть течет вода, чтобы не сильно большой поток был. О, здесь даже 48. Ну, вот температура, это у нас в этой бутылке. Поэтому если на даче электричества нет, а нужно помыть воду, вот есть такое дешевое приспособление. В обычную бутылку из-под пива запихиваем гофру и два хвоста сюда вставляем. А водопроводная вода холодная заходит, нагревается, и с этой стороны 40 градусов, хоть для душа, хоть посуду помыть, там, я не знаю, ноги помыть. Вот такое приспособление за 3 копейки, кому интересно, пробуйте. Ну вот, прошло уже сколько времени, у нас все равно в районе 40 градусов температура идет. Понятно, она сейчас должна падать, потому что нужно уменьшить чуть-чуть поток. Если поток будет вообще тоненький, вообще температура в районе 40 градусов будет спокойно держаться.